Добро пожаловать на еженедельную программу «Thunder Show». Оставляя искрометные комментарии, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учетом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске доходчиво объясню. Везение – мое второе имя. Ковровая бомбардировка. Боевой ежик. Начинаем «Thunder Show». Ох уж эти молодые танкисты! Коллективный дух помогает им быть храбрее, ведь когда ты знаешь, что рядом с тобой пара надежных товарищей, воюется как-то спокойнее. Вот только у подобной тактики есть ровно один минус. Его и зарядил в свое орудие Данди перед тем, как отправить группе из четырех врагов для ознакомления. Доходчиво, а главное, весьма прибыльно, но только для учителя. Мы уже не раз говорили, везение – важное качество для бойца, неважно, какую технику он предпочитает. К примеру, на своей колесной машине собрал настоящий джекпот. Он не только увернулся от вражеского снаряда в прыжке, но и в этом же прыжке поразил ОБТ противника метким выстрелом. Потрясающий момент, за который полагается награда. Жди, дружище, скоро зачислим. Точная бомбардировка в пикировании безусловно эффективна. Однако, если есть возможность просто засеять поле боя или нужный его участок бомбами, то такая точность и не нужна. На своем примере это продемонстрирует Renix 6212, который хорошенько удобрил точку захвата, забрал 5 вражеских машин и спокойно полетел во свояси. А ведь именно за такими крупными бобрами надо в первую очередь охотиться зенитчиком и истребителем. В любом случае, победитель получает 5000 орлов и наше уважение. Renix 6212, жди по ссылке. Матильда Хеджхог – это очень непростая в применении машина, ведь ракетную установку практически невозможно наводить иначе как поворотом всего танка. Но Нэроу наловчился попадать ее РСами, высчитывая дистанцию на глазок. Например, он попал во вражеский танк, стоявший на крепостной стене, зная о местоположении цели только по отметке над машиной оппонента. Вот это мы понимаем. Серьезный боевой ежик. Нэроу, вот твои орлы.